30-летний юбилей отметил ансамбль русских народных инструментов детской школы искусств. И сделали это его участники, как и полагается, артистам на сцене. Звуки балалайки, домры, баяна не оставили равнодушными зрителей, пришедших аплодисментами поздравить музыкантов. Ансамбль русских народных инструментов является учебным, а потому за 30 лет через него прошла не одна сотня мальчишек и девчонок. Гораздо реже сменяются руководители. Последних 7 лет им руководит Валерий Пашинов. И он отмечает, что даже в 21 веке интерес к русским народным инструментам у детей не угасает. Это все зависит, наверное, от нас, как мы будем это внедрять в нашу культуру русской музыки. Потому что это, я считаю, исконно наше, надо ее продвигать вперед, и все зависит от педагогов. Вот. И заинтересовывать, конечно, надо детей, прививать любовь к русской музыке. Владислав Безгинский – педагог школы искусств и участник ансамбля. Его основные инструменты – гитара и балалайка, домру освоил сам. Любовь к музыке у него возникла очень давно. Из советского детства, когда на телевидении часто показывали ансамбли, оркестры народных инструментов. Также Вячеслав отмечает, что в последние годы все больше детей проявляет интерес к русским народным инструментам. И в этом заслуга преподавателей, которые не устают доказывать, что в руках настоящих ценителей музыки и на домре можно исполнить любое произведение, даже рок-группы Deep Purple. Андрей Симоненко, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».